Гаишников закрыл бы сразу. Поднять медицину, строить медицинские центры. То государство, которое на руинах предыдущего формируется и строится, зависит полностью от людей, которые живут в нем. Хочется, чтобы вот в этой России, поскольку есть такая возможность, появились те самые золотые и серебряные деньги, которые были тогда в России. Более привилегированное отношение к коренным жителям этой страны. Я бы запрещал, чтобы люди ели семечки, и когда плюют на улице, меня это немножко раздражает. Я бы научил людей менять мир, прежде всего, в ближайшем расстоянии вокруг себя. В России живут самые красивые женщины. Вот где? В какой стране мир? В России. Почему этот факт незаслуженно забыт? Первым делом я сделал бы все, чтобы мои соседи ко мне относились с доверием. Больше порядка. Больше внутреннего порядка в людях. Но чтобы это ни в коем случае не ударило по демократии и творческому, вот именно творческому таланту этого народа. Нам нужен полный государственный суверенитет, чтобы мы в проведении этой политики не должны были оглядываться на Брюссель, Вашингтон, МВФ и так далее.